А здесь происходит подготовка. Ток-шоу «33 вопроса политику». Дмитрий Шатунов, зампредседателя молодежного парламента при Госдуме, готовится. Всем привет, скоро начинаем. Ждите. Вот это вы меня удивили. Шучу, все вы молодцы. Команда вашего кандидата скупила все группы, накрутила голоса. Зачем? Но, наверное, стоит отметить, что самым активным там дают квартиры. Сегодня гость проекта «33 вопроса политику» — человек, который прошел путь от воспитателя детского сада до депутата Государственной Думы. Один из самых красивых депутатов Государственной Думы. О том, как все успевать, мы поговорим с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по культуре Ольгой Казаковой. Вот это вы меня удивили. Как вы все успеваете? Ну просто нужно любить то, что ты делаешь. Кем вы хотели стать в детстве? В детстве я хотела работать в детской комнате милиции. Книга, которая оказала на вас самое сильное влияние? «Молодая гвардия». Самый лучший подарок, который вы получали? Конечно, дети мои. Это подарок. Их так много. Это молодежь из Брянской области. Проводим у них краткую экскурсию по Государственной Думе. Мария Александровна – эксперт. Сейчас с ними проведем встречу и пойдем работать. Команд спортивных, которые, соответственно, выступают в разных видах спорта. Да, среди этих фотографий можно увидеть фотографии действующих депутатов Госдумы. Вот, например, Сергей Чепиков, он является членом комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Нам не нужно противостоять этому контенту, постоянно говорить, что его должны блокировать или удалять, мы должны просто создавать позитивный образ. Вот каждый из вас — это позитивный образ, и вы должны стать такими реальными ребятами, которые, за каждым из которых из вас могут найти другие люди. Вот подписывайтесь на блог. Ставьте лайк. Давайте по 3-4 человека. Вот это. Давай двое. Кто понеплей вдвоем. Это совсем хитрый. И там, и там. Шучу. Все вы молодцы. Все, молодцы. Желаю успехов. Вы знаете, что с 11 по 18 февраля в Узбекистане прошел второй российско-узбекский молодежный форум? Да, и делегация России, именно молодежи, общественных организаций регионов России приняла в нем участие. У нас стартовал второй узбекско-российский молодежный форум. 2 года назад в России был проведен первый российско-узбекский молодежный форум. Буквально вчера подписали план работы, и очень важно, что он будет носить системный характер. Мы уже договорились о том, что мы совместно будем развивать туризм молодежный. Очень актуален, интересен. Нас встречал Союз молодежи Узбекистана. Можно эту организацию назвать аналогом комсомола. Почувствовали себя в одной большой дружной семье. При этом стороны придерживаются мнения, что наработанный опыт стоит перенимать. Готовые работать в любом формате, на любой площадке, молодые и инициативные выступают с конкретными предложениями, интересными и заманчивыми. Но, наверное, стоит отметить, что самым активным там дают квартиры. Это тарелка из Самарканда. Мы в рамках форума посетили Самарканд, Бухару и Ташкент. С реалиями возможностей и создаваемыми условиями для комфортного и познавательного отдыха в древнем городе гости ознакомились воочию. На маршруте были и адреса древних архитектурных ансамблей, мастерская по производству знаменитой самаркандской бумаги и современные производства. Вот и подошел к концу второй узбекско-российский молодежный форум. Стимул дальнейшему укреплению сотрудничества между молодежными организациями, развитию дружественных отношений. А впереди много новых встреч, которые еще больше сблизит молодежь Узбекистана и России. Мне кажется, очень важно вот сегодня вам с вашими родителями, с вашими дедушками, бабушками, пока они живы, они такие вещи помнят. Вот это зафиксировать все. Вот для этого использовать все технологии, которые есть сегодня, чтобы потом не сказать: не успели. Пожалуйста, создавайте семьи. Сейчас нас видит вся страна. Пускай в ваших семьях рождаются дети. Именно для этого вообще все в мире происходит. Дети и родители – это та опора, ради которой стоит жить. Что бы вы хотели изменить в своей жизни, если бы можно было начать ее с чистого листа?
у меня бы было больше детей. Потому что самое главное счастье, которое есть в жизни, по моему мнению, это когда ты можешь быть полезен кому-то. Только тогда ты чувствуешь себя счастливым. Все остальное – это напускное. Только когда человек отдает, тогда он чувствует, что он нужен, и значит, он состоялся, и значит, это счастье. Хайпануть на выборах. Поехали! Быстрее! Люс, Так, это что еще за хрен? Я вообще-то гений передержки. Что? Ну ты чего? Сегодня по закону любая семья должна брать гея на передержку, тех, которых партнер оставил. Ну, неделя осталась. Если он никого не найдет себе в пару, тогда тебе придется с ним быть. Закон есть закон. Господи, ты чего? Че, на выборы вставай, быстрее, че? Будет. Это попытка, очевидно, и совершенно привлечь к выборам молодежь. Такое поколение 20+, которое обычно, там, видите, спокойнее, пожалуйста, обычно голосовать не ходит. Молодежь поэтому, буянит, да, на этот на раз яркий пример. Выходят в молодежную аудиторию креативно, по-современному. То есть молодежь нужно разговаривать на их языке, что здесь мы сейчас увидели. Это не какая-то колхозная агитация, которая была в 90-х годах. Это листовки, баннеры и так далее. То есть вышли в молодежную среду, как написано было, хайпанули. Молодежь посмотрела, и количество просмотров этих видеороликов подтверждает то, что это было популярно. Грудинин как раз не просто на бумаге изображает программу. У него это уже на лицо есть. Он это уже показывает на своем совхозе. Приезжайте, Вячеслав Николаевич, посмотрите. Команда вашего лучше кандидата скупила все группы, накрутила голоса. Зачем? В молодежную публику вышли и начинают ее обманывать. Не с этого надо начинать избирать. Кстати говоря, молодежная публика энергично голосует за Грудинина. Несколько лет, 10-5. Кто Титов, а кто Явлинский? Возможно, московская либеральная публика знает малый процент этих кандидатов. Но выйдя в регионы, я вот здесь представляю Тюменскую область в молодежном парламенте. Я уверен абсолютно, что если спросить у молодежи, кто эти кандидаты, они вам не ответят. Нам вообще, насколько сейчас важно, чтобы там были международные избиратели, друзья, наблюдатели? Я хочу всем напомнить, что Крым – это территория Российской Федерации. И там априори выборы состоятся легитимно.